Завод по переработке шерсти будет построен в Актюбинской области в следующем году. Производственная мощность предприятия, согласно проекту, составляет 2,5 тысячи тонн. Об этом рассказали представители Минсельхоза на брифинге в СЦК. И вот, по их словам, новый завод позволит решить проблемы фермеров со сбытом шерсти и шкур крупного рогатого скота. В целом, как отметили в ведомстве, благодаря оказываемой господдержке в отрасли переработки сельхозпродукции отмечается ежегодный рост. За 9 месяцев этого года произвели уже продовольственные товаров почти на 2,5 триллиона тенге. И вот по итогам прошлого года объем экспорта продукции АПК составил свыше 5 миллиардов тенге. Почти половина из них – это доля переработанной продукции. При этом в отрасли имеются и проблемные моменты. Одним из них является низкая загруженность предприятий по переработке. Например, загрузка мощности по переработке мяса составляет 54%, производство макаронных изделий – 42%, муки – 36%. Как показал анализ, среди основных факторов, сдерживающих развитие отрасли, высокая стоимость и низкое качество сырья, ограниченность рынков сбыта произведенной продукции и отсутствие льготных кредитных ресурсов для пополнения основных и оборотных средств.